Ну, мы в этой, в Украине, мам. И вы в действиях не участвуете? Ничего, пиздец, тут война, мам. Я знаю, что там война, я вот тебе и говорю. Вот. У нас полбатальона уже убиты. Прям у вас там на месте, что ли, убили или где? Блин, ну да. Каждый день у нас стреляют, мы стреляем. У нас, кстати, командир полка убили позавчера. Взорвали его, на машине ехал. Я тут плачу целыми днями. Тут, короче, мы звоним на горячую линию, говорят, что ты жив, не в плену, здоров. Да. Ты контракт подписал на 3 месяца? Ну, типа того, да. Ну, короче, сотку почти должны выплатить. Плачу каждый день. Не сплю, хрен знает, как ты там, как чё, блин. Ну, остальные, короче, они на заводе живут. Вот, а мы, я, короче, еще. Ну, 2 экипажа, мы, короче, в поле, около железной дороги тут. 2 дня подряд минами стреляют артиллерии, блин, прям рядом стреляют, прям в 5 метрах от нас. У нас вон железную дорогу всю разбило, рельсы отпадают. Палатки сами сделали из говна и палок, ну, сами делаем палатки. Вот, а спим вообще... Там вот я тебе скажу, это не просто войнушка, это настоящая война. Ну что, 2 раза меня чуть не грохнули уже. Как приехали, от меня в 10 метров гранату кинули, Урал взорвали. Пацана вон с 5-й роты срочника, блин, взорвали, блин, тут вообще всех переубивали почти.